От себя не могу не сказать, что очень рад, что вновь приехал в ваш замечательный город. Очень хочу поблагодарить дирекцию фестиваля за то, что второй раз подряд пригласили меня, сюда доверили мне представлять вам, участниц фестиваля, что я с большим удовольствием сейчас и сделаю. Представляю вашему вниманию программу А! завершено делом жюри фестиваля «Принцесса Российского центра». Председатель жюри Кузьмин Иван Георгиевич, директор Самоката центра, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Саля Валентина Михайловна, директор Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени Румянцева Карандаша, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Шершова Людмила Николаевна, директор регионального отделения Национального конкурса «Мисс России», главный тренер областной федерации Шепеля. Эразде Кия Гулевич, руководитель циркового шоу «Пять континентов», заслуженный деятель циркового искусства Грузии. Щукин Сергей Владимирович, художественный руководитель театра магии и фокусов «Самокат», заслуженный артист Российской Федерации. Головко Елена Васильевич, главный режиссер Российской государственной цирковой компании, народный артист СССР. Ну что же, дамы и господа, новая жизнь. Нет, это номер так называется. Вы о чем подумали? Номер называется, который откроет нашу фестивальную программу.